Заголовок страницы написали, ключевые слова я объяснил. Описание страницы. Мы пока, на самом деле, скопируем описание заголовок, потому что он тоже подходит. Но вот здесь мы напишем стоматологический магазин «Ромашка». А потом уже вот это. Потому что здесь нам важно выделить, чтобы да, назывались мы. А тут мы пока можем не писать. Но вы будете писать про название клиники. Значит, что мы поменяли? Мы поменяли, скорее всего, телефон. Мы поменяли, посмотрели на стране, да, на картах. В контакты идем. Вот это у нас сейчас поменяется кусочек. Да, заголовок. Ну, мы тут его потом переделаем. Там контактные данные. Сохранили. Смотрим. Прекрасно. Мы переехали. Вот видим, как все отображается. А тут будут, соответственно, ваши контактные данные. И вот так будет всплывать. А за счет того, что мы вбили координаты, он у нас определился автоматически. И вот у нас телефоны. А как у нас поменялась, интересно, главная страница? Вот, у нас поменялся мобильный телефон в шапке. Невские координаты ВКонтакте. Контактные данные, куда приходит электронная почта. Заголовок, ключевые слова и описание страницы. Это самого сайта, это то, почему он будет искаться. Значит, привожу пример. Наберем Леопласт. Вот, у меня сейчас он его сворачивает. А было вот так, как будто я ищу вот что. Вот, видите, смотрите как. Вот наша задача делать все, чтобы сайт отображался вот так вот. Да? В результатах выдачи. То есть нашлось 317 результатов. И 260, насколько я знаю, это наши. Потому что это все страницы, которые у сайта индексируются. То есть мы за счет контента, текста, видео, фото и так далее очень быстро вывели сайт. Вот эти поля мы заполняем для того, чтобы они потом отображались вот здесь. Вот это заголовок будет. Вот это само название сайта. А это описание страницы. Оно здесь отображается. Вся палитра, телефон, адреса для контактов. График работы тоже мы видели на странице контактов. Обязательно писать график работы. То есть должен быть город, а адрес, чтобы было понятно. И пациенты из другого города случайно не пошли к вам при совпадении улиц. Два телефона, почта электронная. Вот видите, можно было две почты разместить. Сейчас тогда мы разместим. Так. Собака, vk.ru. Напишем почту сотрудника, обновим. Так, и посмотрим, что у нас здесь. Ха-ха-ха, почты две, но они идут в строчку. Может быть еще, что почты надо перечислять вот так. Через точку с запятой, сейчас посмотрим. Выновляем страницу. Да не, ничего не поменялось. Короче, понятно, почта одна. Нам, допустим, нужно тут две почты. Вот я беру уже и пишу список технических правок. И тогда у вас остается информация. Значит, вот у меня есть сайт «Ромашка Мамилеров». Я создаю себе прямо вот здесь в файле технические работы. Работы. Пункт 1. Значит, это страница контакты. И я пишу прям две почты в контактах. Столбик. Надо писать четко, чтобы было понятно. И было понятно, какой странице. Обновим. Сохраняемся. Должна быть все время кнопка «Сохраниться» в админке, чтобы можно было все изменения. Или они должны как-то автоматически изменяться. Но другой вопрос в том, что вы, допустим, поковырялись в странице демонстрационно. То есть, допустим, мне нужно скопировать какую-то информацию из админки. Я знаю, что это проще. Я же открываю следующую админку. Вот ее. Копирую адрес, открываю новую админку. И здесь, допустим, ищу, вот у меня в разделе баннеры, мне нужно было скачать текст вот из этого баннера. Что-то мне надо было отсюда взять, так было бы быстрее. Поэтому работайте просто параллельно в нескольких окнах. Мы заполнили контактную информацию, теперь мы лезем в контакт и заполняем название вашей группы ВКонтакте. Я рекомендую, если нет, создать ее. Нам нужна, она у меня где-то тут. У нас достаточно скромное число подписчиков. На Фейсбуке у меня, по-моему, группы нет. Посмотрим здесь.
Я могу ее редактировать. Так, мы ее тогда заполняем. У вас должна быть группа на Фейсбуке. Инстаграм. Что мы делаем? Мы попробуем посмотреть в Инстаграме. Вот так тогда сделаем. Значит, главная страница о нас. Вот мы подошли вот к этому разделу. Это текст главной страницы, по которой он будет искаться. Что мы здесь можем написать? Средства гигиены известных мировых брендов. Да? Средства профессиональной гигиены известных мировых брендов. Сохранимся. Да, значит, что, какие мы данные внесли новые, смотрим. Значит, мы поменяли название ВКонтакте. Да, мы добавили группу Ромашки. Мы поменяли название в Фейсбуке. Добавили группу. Мы добавили аккаунт мой в Инстаграме. Мы сделали изменение названия вот этого. Мы предлагаем комплексное решение для частных государственных ПВП. Но какой-то вводный текст. Нам надо что-то сюда написать. Но он достаточно, видите, длинный может быть. Мы пока ничего не будем писать, мы его сократим. Вот что мы сделаем, чтобы было побольше текста. Мы сюда добавим. Задача еще показать какие-то инструменты, которые позволяют очень быстро и легко работать в интернете. Ключевые слова нам не подходят. Ну и все, вот это прекрасно. То есть мы поменяли еще текст вот этот заглавный. Ну, смотрим. Обновились. О, вот такая тема у нас получилась. Понятно, да? Иконка ВКонтакте появилась. Это проверяем. Мы просто сразу все проверяем. Группа ВКонтакте работает. И Facebook. И Facebook работает. Теперь наша задача... Ну, тут ладно, текст отставим. А вот это все-таки мы поправим, потому что некрасиво выглядит. Профессиональные стоматологические товары. Ну, например, потом это можно будет поменять. Значит, нам надо писать здесь. Очень длинный получается. Может, нам уменьшить сам текст. Или написать здесь. Значит, можно же скопировать его, да? Вот для чего это делается. То есть, если вы где-то потом используете текст, его очень легко брать. Так, Фитодент. Что мы еще продаем? Свистент. Я создал такую таблицу очень интересную. Я пытаюсь решить 4 задачи. Это рассказать за 2 минуты, если, допустим, пришел в клинику, мне нужна продукция. Быстро рассказать, что это такое, для чего. То я использую вот эту презентацию. Вот она. Одни картинки. Что это такое? Про все продукты. Угу. Если я приехал на презентацию, и у меня есть возможность час, да, рассказывать о базовом уходе, я использую подготовленную презентацию о базовом уходе. Что нужно? Вот там ирригатор, ну наш там или любой другой. Щетку, флост, ёршики, вот эти изи-пики новые. И описываю, да, более подробно процедуры, преимущества продуктов.